Пьянство водителя привело к массовой аварии на улице Адмирала Горшкова. Автомобиль Mazda Demio двигался по улице Адмирала Горшкова в сторону Русской. Дорога опустела, машин практически не было. Ничего не предвещало беды, и вдруг водитель Demio ощущает сильнейший удар в задний бампер. Обе машины улетают на обочину. Я ехал на эту дорогу, главная дорога, приехал вот Toyota Premio, блин, пьян, он ударили, удара видел больше ничего. Скорость большая была? А, да, у него скорость большая была, наверное, поэтому там машины там вообще погнут. Вы вообще какая траектория? Удар потом туда, туда или как? Не знаю, я один удар знаю, чтобы жопу ударил, а больше не знаю ничего. Пострадали не только те машины, что догнали друг друга, но и одна припаркованная на другой стороне улицы. Красавец Hyundai Veloster после встречи с неуправляемыми авто превратился в кучу искореженного железа. Как такое могло произойти, никто сказать не берется. Очевидцев в столь поздний час не было. Я ночью спал, у меня сработала сигнализация, машина была припаркована в этом месте. Все, вышел, вот такая картина. Вы знаете, что произошло? Нет, вот реально, то, что я видел своими глазами, вот на этой машине вышло... Сколько было человек? Ну, как минимум двое, там где-то, может, даже трое. На... Вообще в хлам просто, никакие. Одного я догонял. Вот эта машина вообще пьяная, она убежала. В хлам вышла просто машины, были. Он пьяный был, он убежал. Один пытался сбежать, да, вот я его догнал, вот я за ним бежал туда. Да. Вот. Догнал его, привел его сюда, он вообще никакой был. То есть на лицо, ну, явно пьяный. Да, пьяный был, да. Все, не из-за самого факелся. Задержанный водитель Toyota Corona Premio действительно, как говорят в народе, лыка не вязал. Он получил увечья, и его, и пассажира Mazda Demio забрала скорая. Машинам тоже потребуется лечение механиков. В результате удара в заднюю часть Demio уменьшилась почти вдвое. Несчастная Veloster вынесла на бордюр так, что расколотились крепкие диски. Хозяин даже не берется судить о стоимости ремонта и вообще, целесообразно ли восстановление изуродованного автомобиля. Удивительно, но меньше всех пострадал главный виновник. У его авто деформирована передняя часть, расколот бампер, выгнуло капот, разбит радиатор. Машину восстановить несложно. Вот только едва ли ее владельцу доведется скоро сесть за руль.